сотрудниками управления противодействия наркопреступности в Днепровской области совместно с сотрудниками управления аэроподдержки патрульной полиции были проведены комплексные мероприятия по установлению лиц, причастных к выращиванию наркосодержащих культур. В ходе отработки Верхнеднепровского района нами было обнаружено участки местности в количестве около 75 участков. Каждый участок был в среднем от 40 до 100 квадратных метров, на которых было выяснено содержащее вещество конопля. Эти участки местности были расположены на полях, где были засеяны кукуруза и подсолнух. В ходе проведения мероприятий нами было изъято около 9000 кустов конопли. Все вышеперечисленное направлено на экспертизу в НИИКЦ. В настоящее время наши сотрудники отрабатывают лиц, которые непосредственно являются владельцами полей, ну и лиц, которые обрабатывали данную культуру. Открыто уголовное производство по статье 310, часть 2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может быть грозить лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Лишение свободы.